Всем привет, дорогие зрители! И в этом видео я, как обычно, подготовил для вас подборку лучших тем на ваш смартфон Xiaomi, чтобы вы смогли его прокачать и освежить. Не теряя ни секунды, приступаем к делу. Настройки, темы. Напомню, что регион должен быть у вас Индия, и тогда вы получаете более расширенные настройки и выбор ваших тем в официальном магазине Xiaomi. Мой личный кабинет, темы. Эти три темы я уже скачал, чтобы вы их смогли найти. Я оставлю их название в комментариях. Поэтому, кому они интересны, переходите ниже в комментариях. Сначала поставьте лайк, пожалуйста. И по названию отыскивайте в своем официальном магазине тем, при условии, что у вас будет стоять регион Индия. Что ж, приступаем к нашим темам. Первая тема, которую я для вас подготовил, она очень яркая, красочная, красивая. Называется Light and Shadow. Так, я ее применил, тема применяется, пару секунд ждем, телефон адаптируется. Смотрите, реально классная тема, она мне очень понравилась. Вот все вот эта вот волокнистость, ребристость или трещины, как град молнии под какими-то различными цветами ламп, красиво смотрится, очень все читабельно, очень видны ярко все ярлыки приложений. Ярлыки приложений, ну, стандартные, конечно, все квадратные. Но классно все видно. Видно аж все. И нигде ничего не затерялось. Меню уведомлений стандартное. Меню вызовов стандартное. Меню настроек стандартное. Очень сильно меня привлекло именно рабочий стол. Вот этим вот внешним видом. Ну реально красиво смотрится. Разнообразные цвета, много разных цветов. Тут еще даже, смотрите, ах ты. Сверху такой дождь идет. Вот видите? Да ты что, по лицу разблокируют, зараза. Вот сверху, как метеориты падают. Классная тема, она мне очень понравилась. Кому она нравится, устанавливайте на свой смартфон, не теряя ни секунды. Что ж, приступаем к нашей второй теме, которую я для вас подготовил. Называется она вот iOS Чикшасви, в общем, какое-то название такое интересное. Тоже классная тема, она мне понравилась. Давайте так. Смотрите. Меню уведомлений стандартное, меню сообщений и вызовов стандартное, меню настроек тоже стандартное. Опять-таки понравилось своим внешним видом, она даже меняет время от времени фон, обои. Ваши обои, ваш рабочий стол время от времени будет меняться, видите? В чем ее фишка? В том, что она автоматически меняет обои, но вы не знаете, что будет. Но ярлыки всегда остаются одинаковыми. Ярлыки приложений, все довольно читабельно, классно по-своему выглядят. Они квадратные, большое между ними расстояние, читабельный текст ярлыков. Ну, классная тема, она автоматически меняется, именно этим она мне понравилась. Кроме того, здесь хорошо видны погодные условия. День, месяц, число, время, иконка погоды. Сейчас у меня расцветает солнышко, сейчас 8:36 утра. Сегодня у нас 14 февраля, пятница. Классный день, люблю пятницу. Вот, классная тема. Ну, чем она мне нравится? Автоматически меняется, обалденно, мне нравится. Так, и теперь переходим к нашей последней темке, к третьей. Вот она. S8 Interstellar. В первую очередь, она мне понравилась, конечно же, своими часами, вот, которые вы сейчас видите. Но реально они прикольные. Смотрите, тема в целом прозрачная. Прозрачные иконки, такая минималистичная, не напрягает ваше зрение. Меню уведомлений стандартное, вызовов прозрачное. Классно по-своему. Настройки. Меню настроек тоже прозрачное и такой, знаете, внешний вид очень классный. Горы, небо, прозрачная вода, спокойствие, тишина. Очень приятно на все это смотреть. Так, меню с блокировки экрана, вот. Видите, время. На столе стоят часы с секундной стрелкой, она идет и работает. На самом деле классная тема, она мне понравилась, минимализм. В принципе, для кого-то будет реально то, что нужно. Вот такие вот, друзья, подбор крутых тем. Я надеюсь, они вам понравились. Если это так, оставляйте лайки свои, подписывайтесь на канал. Буду очень благодарен. Спасибо всем за внимание. Всем успехов и пока.